Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Пирам и Фисба. Пирам и Фисба эту легенду рассказывает Овидий в четвертой книге «Метаморфоз». Дело происходит в Вавилоне. Влюбленные друг в друга Пираму и Фисбе запрещено видеться, но они переговариваются через отверстие в стене и назначают тайную встречу ночью у могилы ассирийского царя Нина. Фисба приходит первой и видит у гробницы льва с окровавленной мордой. Убегая, она роняет свое покрывало, которое зверь разрывает. Идущий следом Пирам находит окровавленные куски покрывала и, думая, что Фисба погибла, закалывает себя мечом. Не дождавшись Пирама, Фисба возвращается и, найдя его умирающим, тоже бросается на меч. С тех пор белые плоды тутового дерева, растущего неподалеку, стали красными. Это та самая слезливейшая комедия, которую играют друзья-артисты в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Известно также французское средневековое переложение этой истории. На этот сюжет написана опера Глюка. Ну вот так вкратце о Пираме и Фисбе. Эту легенду рассказывает Овидий в четвертой книге «Метаморфоз». Пока-пока, до свидания.